Дорогие друзья, проблемы демографии и современной семьи надо начать с первой страшной и самой серьезной проблемы. Это отказ от деторождения. Сегодня в наших семьях нет детей. Статистика, что Беларуси, что Украины, что России. 60-70% семей – это семьи однодетные. Поэтому, в принципе, говорить нужно о том, что детей у нас просто нет. И самое страшное, что вот эта вот проблема, отказ от деторождения, корни этой проблемы появились в христианской цивилизации. Именно в христианских странах падение рождаемости самое яркое, самое безнадежное. Все развитые страны мира находятся ниже уровня воспроизводства. При том, что мы, христиане, выросли на Библии, а в Библии Бог первые слова говорит: «Плодитесь, размножайтесь». Это в Ветхом Завете. В Новом Завете Новый Завет начинается с того, что ангел приходит к Марии и говорит: «Радуйся, благодатная, зачнешь». А Мария что говорит? «Да, да будет мне по слову твоему». А сегодня вместо этого что слышат современные женщины? Они уже не ангела слышат, они слышат злого духа, который шипит на ухо. «Предохраняйся, дурочка, залетишь». Да, то есть что? Это же страшно. Да, то есть вот эта вот терминология, да, то есть, которую мы сегодня видим. Благодатный период, когда может возникнуть новая жизнь, называется как? Опасные дни, откладывание зачатия, предохранение. Да, то есть мы предохраняемся от детей, как от атомной бомбы. Супружеская близость как теперь называется? Жуть, незащищенный секс. Представьте, какие мы вообще термины употребляем. Или еще там говорят, заниматься любовью. Ужас. Зачатие или не зачатие детей – это результат ошибки контрацепции, а не сознательного решения родителей. Сколько рассказывают: а ты, деточка, родился, потому что презерватив порвался. Вот к чему мы пришли сегодня в цивилизации. То есть первая и самая серьезная проблема современного мира – это отказ от деторождения. Беларусь не исключение, то есть мы вымираем так же, как и другие страны. Рядышком с 93 года наш белорусский крест, он такой же белорусский крест, как и российский крест демографический. За вот эти вот 20 лет мы потеряли 8% населения. Вот, может быть, в рамках России это в счет на миллионы, у нас это немножко поменьше, 700 тысяч человек стало меньше в Беларуси. Но, тем не менее, это очень чувствуется. Причем, что нету никакой войны. Сейчас посмотрите, мы говорим, война на Украине, все возмущаются. А война против нерожденных детей, никто не обращает внимания. Итак, вот нам может в другой раз показаться, что вот все против нас, все против семей. Могущественное, жуткое вот это вот гендерное и гомосексуальное лобби, о котором мы сегодня так тут подробно говорили. Производители контрацепции, клиники ЭКО, все против семьи. Все сегодня против семьи. И, знаете, в самом деле думаешь: господи, ну когда это кончится? Тем не менее, руки опускать не нужно. Почему? Потому что у нас есть средства против вот этого всего кошмара. И это средство, я думаю, что я никого не удивлю, это средство молитва. Только почему-то мы этим средством не хотим пользоваться. Мы в Беларуси, я расскажу пару фактов, чтобы стало ясно, как это важно. Мы начали молиться не просто в церквях или костелах, мы решили молиться прямо на линии фронта. Линия современного фронта против семейного фронта – это, ну, не, все понимаем, это абортарии, да, там, где убивается жизнь непосредственно. И мы решили, мы пойдем в абортарии, как Мария и Иоанн, евангелист, пошли на Голгофу. Что они делали на Голгофе? Они же не ругались, не называли там убийц Христа убийцами. Если бы они сказали убийцы, их бы, естественно, связали бы тоже. Так и мы идем в абортарии, и мы не называем врачей-гинекологов убийцами. Это бессмысленно. Они сами несчастные люди. Мы за них молимся, как молились Мария и Иоанн под крестом. Мы молимся за них, говорим: «Господи, прости, они не ведают, что творят». Мы молимся за женщин, они не ведают, что творят, когда они приходят на аборт. И Христос говорил тоже своим убийцам: «Господи, прости их. Не ведаете, что творите». И происходят чудеса. С 2008 года мы молимся, то есть 6 лет. Смотрите, несколько цифр, это как раз хорошо проиллюстрирует ситуацию демографии. За это время в Беларуси уровень рождаемости вырос с 1,3 до 1,7 за 6 лет. Всего лишь каких-то 6 лет. Понимаем, что, конечно, это мало, нужно 2,1, чтобы страна не вымирала.
Но 1,7 – это на самом деле много. Это такой рывок, и он заметный рывок. Убыль населения уменьшилась с 30 тысяч в год до 7 тысяч в год. То есть нас уже меньше вымирает. Всем известно про нашего президента, как у нас кредитуются программы про семейную защиту жизни. У нас, например, даются квартиры практически бесплатно многодетным семьям. Мы сами, когда родился наш третий, получили квартиру, мы не поверили, но это правда. Рождаешь третьего, получаешь квартиру на 40 лет под 1%. Это реальность, это не шутки какие-то, знаете, не медиапропаганда. Кроме того, вот эта вот замечательная социальная пропаганда, да, которая везде появилась. Президент сказал, каждый третий ребенок – это мой ребенок, рожайте. Он прямым текстом стал говорить на 10 лет раньше Путина. То есть мы хвалим Путина, а Лукашенко никто не вспомнил. Почему? Это несправедливость такая. Вот. Дважды ограничивали аборты. Уменьшили количество показаний для абортов на позднем сроке. А в этом году врачам дали право отказываться от аборта по соображениям религиозным либо этическим. Прописано в новой программе демографической безопасности о том, что государство должно сотрудничать с общественными организациями как раз в области семейной политики, и оно сотрудничает. И на самом деле у нас все руки развязаны, я это подтверждаю, мы как общественная организация, мы имеем полную возможность сотрудничать, входить в школу и рассказывать детям о целомудрии, многодетности и так далее. Количество пролайф организаций за эти 6 лет выросло с 1 до 8. Это, ну, реально чудо. 8 организаций, которые занимаются защитой жизни в Беларуси. Мы объединены в такую сеть, называется «Пролайф Беларусь». У нас шикарный портал, интернет-портал ProLife.by, и в принципе, да, спасибо. И в принципе, многие говорят, что это такой серьезный русскоязычный портал. Количество сирот в белорусских интернатах уменьшилось вдвое, с 10 тысяч до 5. Гендерные инициативы, секс-просвет и прочие вот эти вот ювенальные гадости у нас практически не существуют. Непосредственно, вот, благодаря предабортному консультированию, спасены сотни детей. То есть не десятки, а сотни детей. Скептики могут сказать, ну это совпадение, это вот как-то вот сейчас вот общая тенденция в Беларуси пошла и так далее. Но давайте подумаем серьезно. Могло быть совпадением что-то там одно. Но такой ряд, букет вот этих вот совпадений, это, конечно же, Божья воля. И, конечно же, для нас это повод и причина для того, чтобы продолжать молиться. Еще раз говорю, мы молимся на современной Голгофе, прямо в абортаре. Здесь присутствуют священники, присутствуют верующие люди. В каждом из ваших городов есть такой абортарий. Пойти в него и просто молиться, и вы увидите чудеса конкретно в вашем городе. Спасибо за внимание.